Эй, Том, я хочу тебе кое-что сказать. Ладно, но только быстро. Окей, солнце светит, птички поют. Мой папа дал мне пистолет. Полезай в кабриолет! Погоди, что? Ах, очередной отличный денек для езды по полчищам тараканов, не так ли, Энджел? Да уж, кто бы мог подумать, что угоняя машину, ты получаешь ее бесплатно. Предлагаю проехаться по городу, пока я не проехался по какому-нибудь идиоту. Что ж, это не оленина, но сойдет. Ты ведь заплатишь за меня, да? Ха-ха-ха, нет. Приятно, что ты пригласил меня на необычное свидание. Свидание? А, нет. Это место для того, чтобы встретиться и поговорить с тобой. Также здесь достаточно алкоголя, чтобы ты ничего не запомнил. Знаешь, я никогда бы не подумал, что мы сможем существовать в третьем измерении. Ага, я не думал, что моя голова хорошо смотрится в 3D. Ха-ха-ха-ха-ха! Кто сказал, что она хоть где-то хорошо смотрится? Пошел нахрен.